Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максимадзе. И сегодня мы продолжаем играть в игрушку Red Dead Redemption 2. Наверное, самую лучшую игру от Rockstar Games на данный момент. GTA 5, конечно, популярнее, чем Red Dead Redemption 2. Но тем не менее. Она... Это самое. Red Dead Redemption 2, она все равно круче. И бюджета больше потратен, потрачено и все такое. Короче говоря, у нас есть два выбора, это Хози и Хавьер. Начнем, наверное, с Хози, только сначала немного походим по лагерю. Дач, здорово. Мисс Кэрон, здорово тоже. Пэрри Бэт, здравствуйте. Тири Джексон, там тоже здравствуйте все. Короче говоря, сейчас посмотрим. Так, ты у нас кто? А, Киран. Вот и он, да? Что такое? Да ничего. Странно быть в банде с предателем. Киран, он же когда-то это... Он же раньше был в банде Одрисколов и предал банду, убив одного из членов Одрискола, спасая при этом Артура и вступив в нашу банду. Я думаю, Одрисколы так это не оставят и как-нибудь найдут его и казнят за это. Что ж... Продолжим разговор об этом, пока будем ехать до Хози. Хози где-то здесь. Хози Мэтьюс. Старейшина в нашей банде. Вот как у нас в GTA. А, это не моя лошадь. Андреас, погнали. Он чистый? Ну, вроде бы чистый. Я его чистил, вроде бы. Короче говоря... Да, у нас всегда привыкли же, что мы там банды, он даже вон в той же GTA San Andreas, там, например. У нас там банда же была, и там банда Grow Street Families, и там было два предателя, Big Smoke и Ryder. Одного из них мы убили в середине игры. Чё ты тормозишься так? Второго в конце. В заключительной миссии. Я не знаю ни испанский, ни немецкий, извините. Ой, проклятие, проклятие! Сваливаем отсюда. Похоже, мне придется отдалиться чуть-чуть подальше, чтобы наш лагерь не нашли его Дрисколы. Надо револьвер взять. Блин, они скачут не слабее. Они скачут так же быстро, как и я. Эх, оторваться от них вряд ли получится. Уйти от них, я думаю, не удастся. Успокойся, успокойся. А мы вроде бы отрываемся уже от них. Терпеть не могу этих уродов. Ой, у него уже силы закончились. Ой, это они. Заряжай быстрее. Да сдохни ты уже, а.
Ладно, мне не выбраться отсюда. Я все, мне конец. Я не выживу сейчас. Ну да. Сильные бандиты, от них не оторвешься никаким способом. Единственный способ — это стрелять, а попасть на скача на коне очень непросто. Ну блин, ну ненавижу эту заставку. Постоянно ждать приходится. Дели $9 с нас снимают еще. И что, нам далеко ехать? О, да. Но не сильно далеко. Добежим. Мы рядом возродились тут. Что за пургу он там несет? Я не понимаю. Надеюсь, я не сильно время затянул с этими бандитами, которые меня сейчас убили. Хорошо, что я в лагерь никого не привел. А то точно бы конец бы пришел нам. Да блин, ну что ты тормозишь-то, алё? Некоторые не любят Red Dead Redemption из-за вот этого вот. Не очень хорошей оптимизации. Куплено вообще RDR 2 не понравилось. И не из-за оптимизации. У него компьютер хороший. Тянет без всяких проблем. Ему не понравилось, что надо постоянно скакать туда-сюда, на лошади. Говорит, скучно очень. Он там 5 серий снял, и все. Я прошел уже больше него. Мы с вами пройдем все целиком. Это обязательно. Капец, что-то далеко вообще. Еще и тормозит все, как собака, блин. Когда... Наконец-то пришли. Интересно, что ты сказал, что ему... Так, стой здесь. Так. Артур? Это Шеймус, наш новый партнер. Да не, я не партнер. Наш потенциальный новый партнер. Да дело тут не в симпатиях, дело в доверии, как я и сказал. Так, стоп, не орите. Я хочу, чтобы босс услышал. Это просто подработка. Ну, разумеется, разумеется. Мы самочестность. Вот что я скажу. Давай покажем себя с лучшей стороны. С лучшей стороны? Этому клоуну? О чем ты вообще говоришь? Да, удачи тебе в делах, Холли. Да, он малый, бесцеремонный и не следит за языком. Но клянусь, ему можно доверять, как и мне. Я старый человек. Нет, ты не старый. Да, довольно старый. Знаете, почему я еще жив? Потому что ты не доверишь идиотам? Мы не идиоты. И мы готовы доказать это? Ну ладно. Знаешь что, Артур? Старина. Там купили на днях один какой-то прекрасный этот... продукт. Держит его в амбаре. Сходите туда. Кто такой Боб? Один мой знакомый. Ты хочешь, чтобы мы избавили от конкурента? Нет, он просто... Не просто знакомый, он мой родственник. Дальний. А я еще хочу посмотреть, на что вы способны. Если справитесь с этим. Где он? На ферме к северу от запада оттуда. Называется Кармандидал. Ее с пути видно. Если идти к Форт Уэссоу. Это дела уже ваши, не мои. Только никого не убивайте. Люди знают, что мы теперь сразу не... Слушайте меня. Ну, если ты не против, дальнюю. Это мне будет такой в радость. Ну, ты все слышал. Поехали, ограбим его родственника. Дальнего. Как они быстро говорят, я не успеваю читать. Фух, что-то катсцена тормозила вообще. Я не понимаю, почему. Раньше так катсцены не тормозили. Ну, кроме разве что катсцены с поездом. В одной из предыдущих серий. Где мальчишку спасти надо было. Стоп, не по той дороге, что ли, идем? Кармандидал. Я не успеваю прочитать.
А ты не мог бы быть потактичнее? Я думал, что тебе нужен хомотовый громила. Меня так обычно называют. Да, но ты же знаешь, как дела делаются. Ладно тебе, Хози, он просто болван. Вот, поэтому он идеально нам подходит. С ним у нас не будет никаких проблем. Когда есть где сграбить фургоны... Ну да, ты прав, пожалуй. Слушай, он же не предлагает нам ограбить банк. Если мы с тобой не сможем украсть диджиланс у жулика, у родственника Шеймуса, надо завязать с этой профессией. Если нажать в ритм галопом лошади, это как? Что ты об этом думаешь? Что ты обо всем об этом думаешь? О чем? Об этом месте, о банде. Мы ведь тут несколько недель уже пробовали. Да, вроде хорошо, получше. Я думал, после всего случившегося народ разбежится кто куда. Как Дач говорит, одинокие волки на равнинах долго не заживаются. Да, это он любит повторять. Люди это замечают. Даже такие, как Мика. Да, но некоторые лучше бы сбежали. Да, они бы и про тебя, наверное, так же сказали. А нам вообще куда ехать-то? А, мы уже приехали, почти. Это здесь. Не придется ничего обрезать. Мы уже прибыли на место. Кажется, мы на месте. Дальше пешком пойдем. Давай посмотрим, с кем мы тут имеем дело. Я помню задание. Я когда первый раз играл, меня там чуть не пристрелили, поэтому сразу пушку сейчас возьмем. Вот этот дом. Вижу позади амбар. Наверное, дирижанс там. Так, давай по-быстрому осмотримся. Оснащение. А, вот бинокль. Хозяева дома? Да. Хорошо, можно сделать все прямо сейчас. Я пойду туда, устрою для них небольшое представление. А ты тем временем проберешься в дом, пошаришь там и все такое. Потом уведешь дирижанс. Хотя можно также подождать до темноты, подкрадемся к дому, после чего заберем дирижанс. Ты обшаришь дом? Что скажешь? Думаю, ночью у народу будет меньше. Поэтому давайте подождем. Давай подождем, да. Народу будет меньше. Ну ладно, пошли. Ты иди в дом, а я поищу дирижанс. Блин, чё так тормозить все, алё? Так, я сразу же возьму пушку. Двухствольную. Я помню, меня там чуть не убили. Попробуй заглянуть в окно и убедись, что опасности нет и можно входить. Я пушку возьму. Я помню, что там меня попробую пострелять. Так. Никого нет? Сундучок какой-то. Посмотрим. Жемчужное ожерелье. Пачка денег. Добыча неплохая. $10 это немного, конечно, но хоть что-то есть. Бурбон. Не знаю, нужен он нам или нет, но возьмем. На печке ничего интересного, походу, нет. Сигаретная карточка. Ну нафиг она нам, я думаю, не пригодится. Тут кто-то есть, и я сразу же достану пушку, и я это прям знаю, что ну там, что тут есть кто-то.
Хотя, возможно, наверху есть разве что кто-то. Морковь. Ну, тут еда всякая лежит. Так, где еще что можно взять? Так, ну, возьмем вот это и заглянем в ту комнату. Хозяин спит, походу. Ладно. В первый раз на меня напрыгнули просто все разом. Золотые карманные часы. Интересно. Пусто. Какой-то сундук. Платиновое кольцо. Хорошие богатства у него здесь. Ну и $10. Больше ничего нет. На меня никто не напал. Удивительно. Но знаете, давайте на всякий случай разграбим и здесь тоже. Посмотрим, что тут есть. Что это такое? Тут тоже кто-то спит. А что, сундук нельзя смотреть? А, не буду, наверное, стрелять. Пошли отсюда. Ну нафиг. Потом, может, сами потом, может, выскочит, я не знаю. Все, залезай. О-хо-хо, ничего себе. На нас никто не напал. А я в первый раз, когда играл, но ночи дожидался, и на меня там напали. Чуть не убили. Удивительно сейчас, почему не напали. Я что, в прошлый раз разбудил кого-то, что ли? Мы их задание Хавьера выполним, наверное, тоже. Отличная работа. Мы взяли все, что хотели. Наши лошади бегут за нами сзади. Да, это нам нужно. Осталось только довести фургон до Шеймуса в целости и сохранности, и дело будет сделано. Как тебе... Так что тебе удалось вынести из дома? Да, я нашел деньги, пару сотен долларов. Не так уж и плохо. Ну и парочку драгоценностей. Это было куда проще, чем охотиться на 1000-футного гризли. Несомненно, я это надолго запомню. Мне не терпится услышать, как ты будешь рассказывать об этом у костра. Мистер Мэтьюс не впервые смотрел в глаза смерти. Как на его лице, такого еще не произошло. Именно так. Долго ли мы тут пробудем, как думаешь? Не знаю, пока нас отсюда не прогонят. Наверное. Кажется, мы потихоньку встаем на ноги. Медленно, но верно. Не надо останавливаться. Дач припрятал в окрестностях лагеря новый сундук. Недалеко. Вот, хорошо, мы на месте. Просто загони фургон в этот амбар. Так, ой, это загоняем. Здравствуй, Шеймус. Мы видели твоих родственников. Приятные люди. Они даже не узнали, что мы здесь, что мы там были. Блин, задний ход давай. Да блин, да она не может. Давай, давай. О. Молодец, Ходи. Да, это Артур Скримлай. Как я и говорил, груб и компетентен. Вот, если захочешь продать еще какой-нибудь диджанс, обращайся, о цене договоримся. Только чтобы об этом не узнал никто. Разумеется, разумеется. До свидания, джентльмены. Я возвращаюсь в лагерь, ты со мной? Да, конечно.
Ну блин, ну катсцены, ну не лагайте, пожалуйста. Ночью, возможно, из-за освещения вот этих теней может тормозить, конечно. Хотя и в светлое время суток тоже подтормаживал, это я вам хочу сказать. Ой, кошмар. Давай грузись быстрее, пожалуйста. Отлично, отлично. Доля банды $150, а нам $75. Не очень-то много, но пускай. Джеймс не только покупает угнанные повозки, но и держит лавку для скупки краденого. В этой лавке можно купить запрещенные товары, продать ценности, изготовить талисманы и амулеты. Отлично, интересно, очень интересно. Ух, поспать хочу. Хочу поспать. Ночью не хочу ничего грабить и воровать. Спать, я сказал. Спать до утра. Потом отправимся к Хавьеру. У нас и другого выбора-то и нет. Ух, какой прекрасный денек, точнее утро даже, да? Утро такое, свежее пасмурное утречко, которое продолжает лагать. Раньше так не лагало, как сегодня. Странно очень. Может, у меня какой-то программа не закрыта, хотя я вроде все закрывал. Как, Хавьер из Сквейла. Да, доброе утро, Киран, тоже. Поездка будет это не длинной. Ой, точнее длинной, поэтому давайте-ка обрежем. Чик-чик. Пока ехал сюда, заехал в тот город, и на нас напали агенты Пинкертона. Задание было недоступно, и пришлось возвращаться в лагерь, чтобы... чтобы задание разблокировалось снова. Оу, ну что, ребят, чего делаете? Так. Артур? Где этот гаденыш ирландец? Не знаю, не знаю. Трелони пошел выяснять. Кто-нибудь ездил в Blackwater? Да, там полно пинкертонов, охотников за головами. Всюду портреты Датча и Хози. У нас в этом городе куча денег. И пока что она остается там. Почему они не повесили Шона, а? Он приманка. Они хотят судить его публично. Джентльмены? Шона перевозит по верхней Монтане. Туда на запад. Блин, из федеральной тюрьмы его уже не вытащишь. Ну тогда мы его спасем сейчас, либо бросим. Бросать мы никого не будем. Ну конечно. Парни Айка Скельдинга везут его вверх по реке. А оттуда отправят к его к федералу. Ну что ж. Значит, надо остановить их до того, как они доберутся до лагеря. Чарльз, давай-ка ты пойдешь по северной стороне, а мы пойдем по другой стороне. Будем держать их со всех сторон. Хавьер, Джосайя, пошли. Знаешь, Артур, сдается мне, правительство или люди, которые ему нравятся, очень разозлились. Еще бы. Ну, мы спасем Шона. А затем исчезнем сами. Как следует исчезнем. А, да, пожалуй. Короче говоря, Шон в беде, надо
спасать его. Куда ж ты, в дерево ты летишь, блин? Так, пойдем вверх по реке и найдем пароход этот. Смотрите, Вова, не расслабляйтесь, здесь повсюду ходят патрули Пинкертонов. Да, на землях к югу от Вест Элизабет теперь лучше быть поосторожнее. Так, там видно, там наши парни, походу, уже. А, вот так надо включать ее. Ну и зачем вы меня обучаете этому делу, объясните мне. Так, а что мне сделать? Надо на лошадь сесть все-таки. А, следовать за ними. Так, джентльмены, следуйте за мной. Давайте-ка за ними, только тихо. Сначала надо убедиться, что это он, прежде чем развязывать очередную войну. Думаешь, они нас видят? Пусть даже видят. Мы просто три пунктика. Путника. Ведите себя аккуратно. Значит, на какое-то время уезжал? Как бы я не любил играть в прятки с законом и спать на земле вместе с вами. Ладно, пошли, не будем терять их из виду. Все в порядке, Хавьер? Что-то ты притих. Он не затыкался ни на минуту с тех пор, как мы выехали из Валентайна. Очень мило, мой дорогой олень, блин. Так, ну давайте побыстрее. А куда побыстрее? Мы вдоль, что ли, прям пойдем? Как я понимаю, где-то поблизости есть лагерь, где собираются охотники за головами, перед тем, как отправиться дальше на запад. Скорее всего, туда они и держат путь. Зачем я с лошади тогда слез? Непонятно. Я просто увидел, что цель на мини-карте красная, и думал, надо в том месте уже и следить за ней. Вон, а, вон там на большой лодке плывут. Ну, это корабль, пароход скорее. Пароход это, да. Эй, они причаливают. Так, ну давайте посмотрим. Надо только поближе чуть-чуть подобраться. Так, кто эти охотники за головами? Я не слишком знаком с отрядом Акас Клейдинга, но слышал, что их много, и они охотно идут на риск. За последние пару лет тут успели прославиться. Стоп, мне кажется, это Шон. Смотрю, он дает им прикурить. Да, это несомненно Шон. О, они неплохо его избивают. Ну ты только представь, что он им наговорил. О, да. Они собрались вести его по каньону. Там Чарльз на другой стороне. Ну, пошли тогда. А как же эти двое? У меня идея. Идемте за мной. У тебя идея есть. Надо постараться сделать все тихо. Предоставьте это мне. Я зайду с другой стороны и отвлеку внимание, а вы двое сможете подкрасться и разобраться. Ладно. Пригнись, чтобы тебя не увидели, и достань нож. Где у нас нож? И жди здесь. Давай спустимся в реку, пока он не отвлечет их, затем переходи на другой берег. Подожди, пусть он их отвлечет. Мы что, зарежем их, что ли?
чем дело? Так, твой, вон тот справа. А что ты только не высовывайся. Ну, успокойтесь, мистер. Отлично. За ними. Всегда рад встрече с вами, джентльмены. Думаю, дальше вы сами справитесь. Так, пойдем дальше по каньону. Надо с ними разобраться. Идем, разберемся с этими ублюдками. Нифига. Выстрелили хорошо по мне сейчас. Так, лучше пригнуться. Прятаться, лучше спрятаться. Меткий глаз, уровень увеличен. Очень меткий глаз. Только вот они прячутся, я не вижу никого. Отлично, хорошее попадание. А, наверху. Выключи, что ты его это. Пошли, Ардур. Где еще? Так, он там на скале. На скале? Блин, такие красивые вот эти вот сцены. Они лагают. Так, идем наверх. Блин, мы до хрена его убили, агентов-то. Ой, тут еще два. Чем я второй раз нажал. Это Чарльз. Все хорошо? Ну, я бы не сказал. Их лагерь там. Пошли. Мы еще и лагерь отстреливать будем. Так. А та штука не бомбанет, если я вниз выстрелю? Не, не бомбанет. Ой, даже звук лагает. Но прохождение бросать я не буду, наверное. Буду предпринимать какие-то действия. Так, мне срочно что-то съесть надо. А нечего. Буду стрелять издалека, наверное. Пока что, пока здоровье пополняется.
куда ж ты вылез-то из укрытия, блин? Да сдохни ты уже, наконец, блин. На скале кто-то. Так и знал, что сейчас сцена будет. В какие моменты сцена бывает? У меня вот такой вопрос. Так, все? Закончились? Ладно, тогда забираем Шона. Эй, Шон, что ты здесь делаешь? Артур. О, знаешь, Артур, с этой стороны ты не такой уж и урод. Поднимайся. Обнимемся? Ну, обнимешь своего потерянного брата. Знаешь, для меня нет ничего важнее этой банды. То, что нас связывает. Для меня это самое главное. За это я готов убивать. Но вот тебя... Тебя не помирившись даже как-то. Да, я не верю туда. Так, увидите его оттуда. Великий ты человек, Артур Морган. Всем соплякам пример для подражания. Эй, заткнись лучше. Нам надо разделиться. Хавьер, проведи мистера Макгуайга в лагерь. А ты поезжай назад. Будьте осторожны, тут повсюду патрули. А ты? Я схожу посмотрю, что тут есть. Постараюсь вернуться поскорее. Ну ладно. Ладно, погнали. Наверное, вы по мне скучали, ребята. Не бойтесь. Вашу жизнь вновь пришла радость. Не думаю, что у них что-то полезное есть. Давайте-ка пойдем в лагерь. Первые станут последними. Кто у нас появился на карте? Джон Марстон. А, я знаю, что за задание будет дальше. Его мы точно будем выполнять уже в следующий раз. На этом мы закончим эту серию. С вас лайкос, подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на мою группу ВКонтакте. Там много чего интересного я выкладываю иногда. Всем пока!